Здорово, домкраты! Сегодня мы с вами научимся делать уходы в ножницы. Если вы еще не подписаны на мой канал, то рекомендую вам сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить новое обучающее видео. Уходы в ножницы – это по сути толчок с груди без посыла штанги. Данное упражнение учит освобождаться от снаряда во время ухода, правильно включать локти во время фиксации на прямые руки, а также помогает нарабатывать правильные ножницы, оптимальные для подъема предельных весов. Ко всему прочему, данное упражнение невозможно сделать медленно, поэтому здесь напрямую нарабатываются скоростные качества атлета, необходимые для толчка от груди. Рассмотрим технику выполнения упражнения. Расслабьте руки, почувствуйте, как штанга лежит на ваших плечах, и вся его тяжесть уходит в середину стопы. Отведите таз назад, прогнув поясницу, широчайшие мышцы расправьте и сделайте вдох. Не совершая полуподседа и посыла штанги, с прямых ног оттолкнитесь от снаряда вниз, слитно разбрасывая ноги в ножницы. Жестко зафиксируйте снаряд на прямые руки. Соберите ноги из ножниц, начиная с передней ноги, вытягиваясь вверх. Данное упражнение я рекомендую выполнять с весами до 40% от толчка классического, работая объемами. От 4 до 6 повторений в 3-4 рабочих подходах. Новичкам, кто еще не знает свой максимум в толчке, я рекомендую начинать изучать данное упражнение с гимнастической палкой или пустым грифом. Благодарю вас за внимание, друзья. Всем желаю здоровья, удачи и новых рекордов.